50-й юбилейный раз в лагере «Космос» открыла свои двери для активистов Ассамблея детских организаций. В ее рамках подрастающее поколение будет готовить к реализации собственные творческие проекты и познавать тонкости работы волонтеров. Подробнее расскажет Олег Рожков. Более 200 человек со всей области собрались в детском лагере «Космос». Представители детских организаций приезжают сюда из года в год, и практически каждый из них не в первый раз. Вы спросите, зачем приезжают? Да хотя бы за тем, чтобы становиться чуточку лучше, получать новые знания и уникальные умения. И поэтому, чтобы не быть голословными, сейчас мы спросим у самих ребят, что же за бесценный опыт они тут приобретают. Анастасия Башмакова приезжает в «Космос» в 6-й раз. В этом году ведет работу над волонтерским проектом «Рука помощи». И ассамблея должна помочь ей в этом начинании. Отсюда я увожу море опыта. Написать проект, реализовать свою идею в жизни, сделать мероприятие. Всему этому учат на ассамблее. Товарищ Насти Данила Репников посещает ассамблею в 4-й раз. Говорит, она сделала из него совершенно другого человека. До Союза детских организаций я был, наверное, застенчивым мальчиком и не боялся сцены. А вступив в Союз детских организаций, я очень сильно поменялся, и в первую очередь как личность. Я стал более открытым, коммуникабельным и получил лидерские и организаторские качества. А Елизавета Винникова почти подобралась к круглой дате. В этом году она в 8-й раз приезжает в «Космос». Лиза считает, что неважно, сколько раз ты был на ассамблее, ты всегда новичок, который имеет возможность постоянно открывать для себя неизвестное. Если на 48-й ассамблее я научилась следить за временем, я научилась выступать на сцене, от этой ассамблеи я жду развития в каком-то другом направлении. Тема 50-й ассамблеи посвящена событийному волонтерству. На ней ребят научат проводить мероприятия, акции, которые принесут пользу обществу. В течение 21 дня ребята посетят тематические дискуссии, мастер-классы от специалистов, обсудят свои проекты. Каждый день в смене будет посвящен определенной тематике, от военно-спортивных игр до информационно-медийных направлений. Олег Рожков, Олег Осипов, Ольга Кириллова. Область новостей.